Концертом духовых оркестров отметили в Самаре День России и 350-летие со дня рождения русского императора Петра I. Музыкально-патриотический фестиваль «Виват Россия» прошел в рамках федерального творческого проекта «Петровские музыкальные ассамблеи». Этот проект воссоздает в разных городах страны уникальную форму праздника искусств, который сложился во времена правления первого русского императора. Мне бы хотелось вас всех поздравить с теми праздниками, которым и посвящен этот фестиваль. С Днем России! Юбилеем Петра I. Убеждена, что вы все получаете истинное наслаждение от звучащей музыки сегодня здесь, в этом парке. Хочу поблагодарить, конечно, правительство Российской Федерации. Безусловно, правительство Самарской области за поддержку. Петровские музыкальные ассамблеи проходят в 10 городах России. Фестиваль стартовал в мае в Воронеже, а Самара стала вторым городом, который принял музыкантов. Император Петр I неоднократно бывал на Самарской земле. Именно в правление Петра I было заселено правобережье Волги. Сделаны первые шаги в освоении Заволжья, где возник ряд селений, промышленных центров и укрепленных пунктов. 3 столетия назад, 10 июня 1722 года, Петр I побывал в Самаре и встретился с походным атаманом Яицкого казачьего войска Никитой Бородиным и сопровождавшими его казаками. После Самары фестиваль примут Тамбов, Пермь, Саратов, Белгород, Архангельск, Калининград, Тула и Ростов-на-Дону. Даже мы, как организаторы, не ожидали такой отклик от российских регионов на то, что будет происходить, потому что главная идея этого фестиваля, чтобы вышли на центральной площади, в парке, вот как здесь сегодня в Самаре, лучшие творческие коллективы региональные, свои, показали людям свое искусство. От областной столицы на фестивале выступили 9 духовых оркестров, в том числе сводный оркестр Самарского гарнизона и Самарский концертный духовой оркестр. Петр Великий, втянул нас в очень замечательное дело в искусство духовых оркестров, духовой музыки. То, что греет людей от 5 до 5 до 105, на мой взгляд, по крайней мере. Ну и сама его фигура, несмотря на то, что как любой император, любой вседержитель, она, конечно, двойственная и тройственная, но то, что он сделал для России, для искусства, для армии, я имею в виду, это как раз оркестры, я со своей части скажу, потому что первые военные оркестры как раз появились по его инициативе. Кульминацией вечера стало выступление Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы. Это старейший духовой военно-морской оркестр России, основанный по приказу Петра I в 1703 году. Завершился фестиваль масштабным исполнением всех оркестров марша Преображенского полка и марша Василия Габкина «Прощание славянки». Светлана Кудрявцева, Максим Магомедов, Константин Головин. События.